Мафия будет. Как твои уши? Что, не чувствуешь? Не ври. Да не. Вот это, заткнись, как ты. Водку, господи, что ты всем эту водку пропихиваешь? А? Можешь, что ли, болеть или что? Салфетку я. Зачем, Максим? Мне не надо, мне ничего не болит. Если будет болеть... Спиртовый компресс это называется. Фруктовый компресс? Спиртовый компресс это называется, то, что ты хочешь сделать. Фруктовый, ты что? А еще есть спирса нырять. Нанырялась уже, хватит, не уши болеют. Да фиг ты будешь спирса нырять. Вот с маленького можно в нем и все плавать. Какого маленького? Где мы прыгали сегодня. Она вообще с большого хотела прыгнуть, офигела. За перила залезть? Не надо, блин, ноги, руки там сломать. Офигели, что ли? Страшно. Нет, это знаешь, сейчас так вот это. Чтобы оттуда еще прыгнуть. Ну я видео пишу, нахера вот это говорить? Потому что ты так говоришь. Потому что я просто сижу разговариваю, здесь твое видео. Ну не надо это говорить, блин. Ну это же так и было, Боря. Ну не так и было, это успокойся. А ты детям не за этого не запрещаешь? Нет, я запрещаю, потому что там опасно сверху прыгать. И так они с этого пирса плавают и этот выплывают в холодной воде. Хватит с ним. Там один раз прыгнешь, холодно, быстро улезешь, второй раз это и все, про все забудешь. Ну, теплая вода. Теплая улазить, да раздайся. Блин, зачем я видео семейное снимаю, эти херь всякую несете? В чем признайся? Что ты не за них, а из-за себя. Не. Нет, Наташа. То, чтобы Лиза с большого пирса, я не хочу, чтобы она прыгала. Хватит. А если я прыгаю? И тебя тоже хрен. А руки-ноги надо беречь. А если мама прыгнет? Ее тоже не хочу, чтобы она прыгала. А она не прыгнет, кстати, у нее мозгов хватит, в отличие от вас. А не хотела? Ну, не хотела. Мам, со мной прыгнешь? Ну, мне, да, в высотах что-то некомфортно было, когда это зашло. Вообще красиво. На колесе обозрения, Максим. Если на колесе обозрения, то ему с этого нельзя. Да Максим посмелее тебя с пирса прыгал. Рыбка я не умею прыгать, а прыгнул. Он и задом первый прыгнул. Ты чего? Он один раз прыгнул, я не знаю. Да он много раз задом прыгнул. Чего? Прыгнул назад. Тут сколько? Раза 6, 7. Я всего 2, но я солдатика уже прыгнул. Уже 2 раза прыгнул за спиной, и все, я вышел. Не вспоминал, зато я боком один раз прыгнул. А ты ее удобно. Так вот. Неудобно. А рука я не умею. Я прыгаю. Голова вниз, и все. Вон у тебя голова динозарика сожрет тебя сейчас. И завтра прыгну и рыбки. А, обосрюсь. Чё, пошлите? Рискну дойти до пляжа. Чё, пошлите? Пошлите. А зачем? Ну, я хочу. Нет, я не пойду. Сейчас уходим. Чё, нас номер им дать хочешь? Да. Только Лизу не мучай там. Не подходи к ней. То началось же. На полу кубарем уже валялись там. Я потом в туалет подойду, запусть подушку и все. Да угомонись, такая? Не надо долиться лезть, понял? Нормально, сиди, что это такое? Лиз, давай пока. Что, дочь? Что? С пирса не надо прыгать, там страшно вообще. Я и так прыгаю с пирса. С большого имеется мне. Чего? Нет, я сказал. Точно нет, понятно? Все, ушли все. Еду все съели. Я себе налью, скорее всего, чаек. Тут, наверное, еще чай есть. Если он еще тут есть. Походу, чай тоже, наверное, весь выпили, нет? Ну да. Ну ладно, мне хватит чая попить.
нахожу его сейчас. Чуть быстренько. Хватит. Вот. Будем добываться вон туда на внешний вид. Из окна, так скажем. Я еще чаек попью, не знаю, что мне. Сейчас вот, закругляем видео. Ну все, можно идти, в принципе. Такие дела, короче. Давайте, друзья, видео не буду затягивать. Всем пока-пока. В общем, отдыхаем, короче, как можем.